Сегодня 14 января. Трое суток от посева, и у нас есть первые всходы. Так. Первые мы сеяли Панамера. Компания Клосс. Панамера. На данный момент схожесть 90%. Следующий мы сеяли Капонет. Пока всходов нет. Капонет. Да, Капонет. Бастина есть первые всходы. Процентов 50-70 взошло. Бастина. Следующий гибрид. Рестлер только всходит, кое-где есть всходы, ну вот кассета, появляются. Сейчас 9 часов утра, ну, на вечер, наверное, будет уже процентов 70 будет. Вчера, 13 января, были вечером уже первые всходы, включили лампы досветки, и трое суток их не выключаем. Сегодня у нас пасмурно, если было солнечно, тоже бы не выключали, так как температуру держим. Так, видно? Не видно. 25, 24, 25. Чтобы первые всходы не потянулись, лампы до сетки будут работать трое суток, не выключая.